Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию, где мы будем проходить новую крутую карту в Майнкрафте, развивать свое мышление и, что самое главное, проверять, насколько мы с вами знаем весь Майнкрафт и насколько хорошо мы пройдем очень сложные уровни. Поэтому, ребята, я буду рад каждому вашему лайку. Если вам понравится это видео, ребята, поставьте лайк, набираем 2000 лайков и сразу же завтра выйдет новая серия, ребята. Если вы хотите новое прохождение карты, я вам даю слово. Если сегодня мы с вами наберем 2000 лайков, завтра в 4 часа дня выйдет новая серия с прохождением новой карты. Запомните это, ребята, это очень важно, если вы хотите видеть по одному, два, даже три видео каждый день, и я буду для вас стараться. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, и можете поделиться этим видео в социальных сетях, ВКонтакте, скинуть своим друзьям, я буду рад, если вы даже их призовете на просмотр нового видео. Да, ребята, а мы больше, конечно же, не будем тянуть и сразу приступим к самой карте. Правила я прочитал, я все запомнил, я уже все выполнил. Гейммод 2, сложность на изи. И мы, ребята, будем приступать. В чем суть этой карты? Нас кидает в какую-то комнату. И нам нужно догадаться, как нам пройти на следующий уровень. Уровней тут около 10 или 15, я, если честно, не помню. Но нам нужно как-то догадываться. Нам нужно, вот давайте, знаете что? Давайте мы будем читать, что нам пишет. Что-то у нас открылось. Что-то закрылось. Я, если честно, не знаю, что. Что-то открылось. Дверь. Ага! Так, дверь закрылась. Значит, нам, наверное, нужно успеть забежать. Да. И мы первый уровень, ребята, выполнили. Но это, конечно же, было только обучение. Сейчас будет все намного сложнее. Вы, ребята, поняли? Нам нужно как-то додуматься, чтобы нажать на кнопочку в конце уровня. Нам нужно проходить различные испытания, чтобы дойти до этой самой кнопочки. И, как видите, в данном случае кнопочка тут, и я никак не могу до нее допрыгнуть. Вообще никак. Я нажал сюда, мне выдался нафиг алмазный меч. Это уже неплохо. Это совсем неплохо. А я не могу ломать вот это дерево, потому что нам нужно находиться в гейммоде 2. И мы... О-о-о, зомбарь. И, как я предполагаю, нам, наверное, нужно его убить. О, с него выпадает меч. И с этим мечом мы можем ломать вот это дерево. А мы можем ставить дерево на дерево? Нет, мы не можем ставить дерево на дерево. Нет, я бы просто, знаете, вот так сюда поставил и все. Значит, нам нужно, наверное, сделать верстак, да? Сделать верстак и посмотреть, можно ли его куда-то поставить. Можно поставить на блок золота. Замечательно. Сейчас, я тут вижу люк. Давайте попробуем сделать, значит, кнопочку. Да, я прям угадал. Кнопочку действительно можно поставить на блок кварца. И сейчас нам нужно туда забраться. Единственный способ туда забраться... Конечно же, ребята, лестница. Если бы я помнил, как она крафтится, я был бы вообще большим молодцом, но, наверное, так? Нет. Или наоборот, или что-то... Я не помню, как она крафтится, хоть вы меня убейте. Ага, я вспомнил, просто-напросто нужно поставить обычные палочки. А я какие-то вообще невероятные схемы думал. Поэтому, ребята, вот, я поставил. Да запрыгни! Так, и замечательно, ребята, мы вместе с вами прошли второй уровень. И знаете, ребята, что я быстренько хотел бы сказать? В эту субботу и воскресенье в 3 часа дня, 2 дня подряд, у меня будет стрим на Твиче, ссылочка есть уже в описании, ребята. Заходите, я буду вместе с вами общаться, играть в CSGO, играть в Майнкрафт, Пиксельмон и даже начну, возможно, новый сезон по Crazy Craft. Поэтому, ребята, не поленитесь, все приходите, я всех буду там ждать, ребята. Это просто такая небольшая информация о том, что будет на вот этих выходных, а именно, чем мы будем заниматься и вообще будем ли проводить стрим. Так, замечательно, меньше разговоров, больше дела. Нам опять дали алмазный меч. У нас тут появился паук, который называется Джеффри. Здрасте, Джеффри. Ты нам дропнул одну нить. Не кажется ли нам две нужно или три нужно будет? Три у нас. Он прям угадал, замечательно. А тут у нас что? Тут у нас скелетон с... Конечно же, топориком. Значит, топорик нам выпадет, и нам опять нужно... Да, нам опять нужно, ребята, сломать вот эти блоки дерева. Сейчас опять с них сделать доски и, как обычно, сделать верстачок и поставить его вот сюда. И, наверное, с верстачка нам нужно сейчас сделать кирку, да? Я правильно понял?
Да, я правильно понял, потому что с кирки мы можем, с помощью этой кирки мы можем ломать только блоки камня. Как видите, я не могу ломать другие блоки, значит, автор очень большущий молодец, ребята. Лайк, кто согласен, то, что он продумал всю карту. То есть мы не можем сломать карту, мы не можем ломать другие блоки. Мы можем ломать только те, которые нам сам автор и позволяет. И как я предполагаю, нам сейчас нужно скрафтить печку, поставить ее... Да, на блок алмаза, то есть мы уже знаем, как это все работает. И сейчас нам, наверное, нужно сделать каменную кирку, да? Чтобы сломать вот этот блок железа. Конечно же, ребята, все это так работает. Сейчас мы ставим блок железа, сейчас мы ставим блок дерева. И посмотрим, что мы сможем... А мы это нажимали? Это означает перезагрузка уровня. Буду знать. Ага. Так, ребята, я уже практически дошел до того места, где мы остановились. Замечательно. И сейчас мы сделаем еще раз печку. Знаете, ребята, что вы также в комментариях можете делиться вашими наблюдениями и делиться, как вы бы прошли вот этот уровень. Может, у вас есть какой-то другой способ. Как видите, у нас тут написано то, что мы как-то зацепились сюда. И там у нас написано то, что там какое-то место для железа. Наверное, для вот этого, да? А нам, знаете, наверное, что нужно скрафтить, ребята? Нам же не так просто дали вот эти нити. Нам, наверное, нужно скрафтить удочку. И как-то вот туда нам залезть, да? А как нам туда залезть? Вот это я не помню, ребята. Как нам с помощью удочки телепортироваться? Я помню, как я это... Во! Ага, вот как это работает. И, наверное, нам нужно туда кинуть железо. И нажать на кнопочку? Да! Даже на кнопочку нам нажимать не нужно было. Поэтому, ребята, да, вот видите, интересные уровни. Вы также можете писать в комментарии ваши догадки, что мне нужно сделать в следующей очереди, потому что... вот, у нас сейчас есть только ножницы и только шерсть. Шерсть мы можем ставить на шерсть и также на... На что мы можем ставить? Только на шерсть и только на глину. Значит, мы сюда можем поставить... А что у нас тут вообще творится, а? Офигеть! Так, ладно. Вот сейчас, ребята, вы в таких моментах можете писать в комментарии, что бы вы сделали в этот момент. Потому что я, если честно, даже не представляю, что мы можем тут сделать. А может, нам вот так нужно будет как-то забираться? Ага, а если я вот это сломаю, допустим? Поставим сюда, это я сломаю. Значит, нам нужно пройти до тудова. Ага! Нифига себе, я такого еще не видел, ребята. Как это круто автор сделал, я просто с ума схожу. Вот видите, ребята, вот в таких случаях пишите ваши догадки в комментариях. То есть, что мне нужно сделать? Потому что, как видите, не всегда получается с первого раза продумать. И, конечно, у нас тут есть кнопочка. Мы на нее нажимаем, и четвертый уровень пройден. Сейчас у нас есть пятый уровень. Это что такое? Пожалуйста, только не паркур. Кто меня достаточно давно уже смотрит, тот знает то, что я просто ненавижу паркур. Я его просто ненавижу. А я... Нет, я случайно про... Я случайно пропустил уровень. Я думал, это какая-то подсказочка, я не прочитал, что там написано. Ну и хорошо, потому что, как я уже сказал, я ненавижу паркур. Поэтому мы приступаем к следующему уровню. Ребята, без обид, я просто реально ненавижу паркур, я его просто терпеть не могу, честное слово. У всех есть свои нравы, у всех есть то, что они не то, что им не любится. Мне очень не любится паркур. Поэтому, ребята, не убивай их. Это Гарольд, Джимми и Хуан. Если по-нашему, то Гарольд какой-то Гоша, Джимми Женя и Хуан Иван. Да. Короче, нам встретился Гоша, Женя и Иван. И нам написано то, что мы бы их не убивали. А вы бы их убили? Вот скажите мне сейчас прямо, честно, вот прямо мне в лицо, вы бы убили Женю, Гошу и Ивана? Убили бы вы их? Напишите, ребята, свой комментарий. Да или нет? Только честно. Убили бы вы вот этих миленьких криперов? Гошу, Женю и Ивана?
Я не знаю, но раз нам пишут то, что мы бы их не убивали, то, что нам не нужно их убивать, значит, нам нужно взять что-то другое. Как видите, нам выдались предметы. Это алмазный меч и также лучший друг фермера. Это золотой топор, который может ломать в первую очередь траву, во вторую очередь дерево и в третью очередь кропс. Хрен его знает что. Ну да ладно, да ладно, да ладно. Что у нас тут есть? У нас тут есть кролик. И, наверное, ну, нам, как обычно, нужно добыть дерево и сделать верстак. Если у нас тут есть место для печки, значит, нам 100% нужно сделать, конечно же, кирку. Для того, чтобы добыть, конечно же, камень. Вот, как раз у нас тут есть спуск, чтобы сделать печку. Вот, спустись сюда. Замечательно. И... Нет, вот наш камень. Офигеть, вы реально заставите меня вот это все добывать? Вот это я добыл, и очень круто. Я там, кстати, две кнопочки заметил. Это я добыл, и, в принципе, ребята, сейчас мы, наверное, в первую очередь, конечно, сделаем печку. А во вторую очередь мы сделаем каменную кирку. Печку мы поставим вот сюда, а с киркой мы спустимся вниз. И давайте сначала проверим, что он нам тут пишет. Так, Иван, опять Иван, только Иван номер два. Что нам выпало? Нам выпали стрелы. А нам, наверное, нужно... костную муку с него добыть, то есть кости, что нам тут написано, то есть Гоша хочет семена, Джимми, то есть Женя хочет пшеницу, а Иван хочет хлеба. Значит, нам нужно накормить вот этих криперов, то есть действительно написала то, что нам не нужно их убивать, значит, нам нужно их накормить. Ах, вы же нафиг ненасытные криперы, а? Да убей ты его уже нафиг, вот так, еще раз, два, три, четыре, еще раз, один, два, два, три, четыре, или сколько там было, один, два, три, вот так. И, в принципе, я не знаю, хватит ли нам вот этих косточек, но у нас есть тут трава, да, у нас есть тут трава, нам выпали семена, и сейчас нам, наверное, а знаете что, я, в принципе... А знаете, вот так, ребята, конечно, у нас есть тут вода, и знаете, зачем нам эта вода? Догадайтесь, нам нужно сделать ведро, нам нужно сбегать за водой, и нам нужно залить ее сюда, чтобы мы могли садить. Но мы будем евреями, ребята, хэштег Эдисон еврей, нет, хотя не нужно, нет, прошу, нахрена я это сказал, я не еврей, не оскорбляйте меня, но это не оскорбление, но все же, ребята, я не еврей. А почему я об этом заговорил? Потому что смотрите, что я сейчас сделаю, ребята, смотрите, что я сейчас сделаю. Я сделаю вот это. Я надеюсь, что я... Нет, не могу. Может, мне тогда... Может, мне тогда деревянную сделать? Да, деревянную я могу. И мы посадим вот это. Потому что для одного блока... Для одного блока, ребята... Да твою мать. Для одного блока нам не понадобится вот это. Как его? Вода, да? Мы можем вот так сломать. Замечательно. Замечательно. И, в принципе, семена нужны одному, пшеница нужна другому. Но не забывайте, ребята, то, что нам еще нужно сделать. Догадайтесь, что, ребята? Нам еще нужно сделать, конечно же, хлебушек. А для того, чтобы сделать хлебушек, нам, в принципе, нужно еще убить немного скелетов для того, чтобы надропать косточек, для того, чтобы сделать, конечно же, костную муку. Ну, надеюсь, что может этого хватит. Я очень на это надеюсь. Прям очень-очень-очень. Вот так и вот так. А почему нам только три выдалось? Если я... Почему нам только три выдалось, если я вот столько нафиг нафигачил... Семена, куда вы испарились нафиг, а? Да, твою мать, вот реально какой-то баганый уровень. Реально какой-то баганый уровень, честное слово. Потому что, как вы... Я не могу его стукнуть вообще никак, ребята. Я не могу их стукнуть. Какой-то реально баганый уровень, потому что я даже... получил, вы видели то, что сначала у меня закрафилось полстака костной муки, и потом она как-то резко превратилась в три штучки. Это какой-то бред. Поэтому, в принципе, сейчас давайте еще раз попробуем вот это засадить. Если у нас это, конечно, получится, нам нужно еще убить одного скелета. И, как я понимаю, нам нужно крафтить только тогда по одной косточке, потому что и так все остальные у нас просто заберутся. Поэтому нету смысла тратить все остальное. Я реально какой-то еврей. Вот второе подтверждение за серию, то, что я реально какой-то еврей. Мне даже жалко вот этих косточек. Вот видите? И еще раз вот это ломаем. Вот так.
Замечательно. И знаете что, ребята, нам нужно еще один раз вот это вырастить, и мы можем отправляться в путь для того, чтобы накормить наших голодных криперов. Давайте еще раз убьем нашего скелетика. Конечно же, выпали косточки. Возвращаемся. Давайте заспамим еще одного. Нет, вот сюда. Чтобы он просто там был. Пускай там поскучает. И давайте, ребята, мы заспамим вот так. Вырастим, сломаем. Замечательно. Сейчас, что нам нужно? Гоша хочет семена. Значит, выкидываем вот сюда. Да, вот сюда нужно. Потом, давайте скрафтим хлебушек. Один. Потом, Женя у нас хочет пшеницу. Иван хочет у нас хлебушка. Замечательно, мы прошли 6-й уровень. Круто, ребята. Что нам нужно сделать в 7-м уровне, да? Может ломать Дастон Брик. Значит, можно вот это ломать. Нам, наверное, нужно провести отсюда схему редстоуна до сюда. До блока шерсти вот в эту яму. Я не знаю. Давайте попробуем, на что мы можем на вул. Ага. Давайте, ребят, попробуем, получится ли у нас это или нет. Надеюсь, то, что да. Давайте поставим вот. А нам не хватит? Фиг его знает. Давайте попробуем, ребята. Вот сюда. Потом вот сюда. Вот сюда. Нет, нам не хватит. А как сделать, чтобы хватило? Вот, знаете что? Знаете что, ребята? Я знаю, как можно сделать, чтобы хватило. Давайте попробуем вот так. Потом один редстоун. Потом я могу сюда. Нет, я сюда редстоун не могу поставить. А потом поставим вот этот блок. Поставим еще один редстоун. Поставим переключатель. Вот сюда бы еще как-то. Нет, вот так не проходит сигнал. А как это сделать, чтобы он проходил? А если мы сломаем вот это, поставим это вот сюда, это... Нет, как-то... А я не знаю, нужен ли тут вот редстоун? Нужен ли он там вообще? Мне вот это интересно. Ага! А если вот так? Вот нет, вот так не проходит точно. Вот так? Так тоже не проходит. А как нам мне тогда вообще нафиг вот это... Как-то вообще... А я сюда не могу ставить, да? Вот сюда я на вот это... Нет, я только могу на шерсть ставить. А я что-то задумал. А ну, ребята, попробуем как-то это сделать. Один и два. Да! Я все-таки смог это пройти. Нифига себе. Значит, через блоки проходят соединения редстоуна. Я, если честно, даже этого не знал. Привет, близняшки. Ребята, давайте дружно поздороваемся. Привет, близняшки. Носатые. Король Йохан, король Джеремиах какой-то. Ладно, давайте попробуем выяснить, что нам нужно. Конечно же, с помощью вот этого мы сделаем верстак, да? Верстак. Поставим его вот сюда. И сейчас нам 100% нужно... Ах ты же нафиг. 9 блоков камня. И это все займет только секунду. Как я сказал, много времени это не займет. Поэтому вот так. И сейчас, ребята, мы... А что нам нужно сделать? Я так и не понял. Так, а что... Сейчас. Так. Мне нужно с помощью... Так, давайте перезагрузим уровень. Давайте еще раз попробуем. Что нам нужно сделать? Нам нужно с помощью вот этого рычага купить вот этот топор. Значит, нам, наверное, не нужно крафтить верстак в первую очередь. Нам нужно, наверное, сохранить вот эти... Вот это дерево, вот эти доски для того, чтобы сделать, как я понимаю, вот этот рычаг. Потому что рычаг мы сразу же сможем сделать, да? Вот так. Рычаг у нас делается с помощью одной палочки, как я предполагаю, да? Да, одна палочка. Вот сейчас мы заторгуемся, купим вот это. И сейчас, да, мы можем ломать вот это дерево. И сейчас, конечно, нам хватит на верстак. Значит, я немного поторопился, ребята. Ставим вот сюда верстак. Замечательно. Что у нас дальше есть? У нас есть, ага, одна нажимная плита и также один люк. Это все? Это все? Кнопочка, куда ее поместить? На обсидиан.
Да, как-то очень просто. Так, восьмой уровень, выполни. Ага, если я неправильно захожу, значит меня тпхает назад. Если я предполагаю, то это нам пишет участок, куда нам нужно прыгнуть. Да! Вот это участок, куда нам можно прыгнуть. То есть вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Тут нас не тпхает, как вы видите. Сейчас нам нужно допрыгнуть куда? Нужно допрыгнуть вот туда. Да? Замечательно, ребята, я разобрался немного, да? И сейчас нам нужно допрыгнуть куда? 1, 2, 3, вот сюда. Твою мать. Как меня эта карта уже достала? Вы не думаете, то, что я такой нервный вернулся? Потому что первый раз мне повезло сюда допрыгнуть. А сейчас я даже сюда не могу допрыгнуть. Потому что как только я двигаюсь, меня тпхает. Почему меня тпхает, если я просто двигаюсь? Вот, допрыгнул я вот сюда, да? Вот сюда. Сейчас мне нужно допрыгнуть вот туда. Сейчас меня почему-то не тпхнуло. Сейчас я могу зайти сюда, и мне нужно допрыгнуть куда? Вот я могу зайти сюда. Вот так, и мне нужно допрыгнуть вот сюда. Так, сейчас, ладно, пронесло. Пронесло, значит, я могу дойти до кудова, до сюдова, да? Туда я смогу допрыгнуть. Вот такой разгон взять. Не, я бы смог допрыгнуть, но там у нас барьеры, ребята. Там у нас барьер, невидимая. Да почему меня тпхать, если я стою на месте, нахрен? Там у нас невидимая стена, значит, я туда не могу допрыгнуть. Да твою мать, а? Да почему меня вот так? Почему меня тпхать, если я на месте стою? Я даже ни на какую нажимную плиту, мать ее, не нажимаю. Сюда, сейчас вот сюда, да. Сейчас вот сюда. Сюда, замечательно. Значит, сюда я могу зайти, туда я не могу прыгнуть, потому что у нас тут невидимая стена. Я бы мог прыгнуть вот сюда, но у меня есть такое впечатление. Да, там невидимая стена, если бы я смог, то я бы сразу же допрыгнул. Поэтому нам нужно допрыгнуть вот сюда. Замечательно, мы прошли. И я надеюсь, что палочку нужно поставить. Да, я бы охренел, если нет, проходить этот уровень заново. Девятый уровень выполнен, и это у нас десятый уровень. Так, так, ладно. Дальше. Нет. Нет. Нам дали стрелы, и нам дали лук. Нам нужно убить Луиса и Крейга. Ребята, такой поворот событий, я этого не ожидал. Я сейчас заплачу. Крейг, Луис, вы братья, да? Но вы знаете, то, чтобы мне пройти дальше и пройти эту карту, тут, как я понял, 10 уровней, нужно вас убить. Ребята, пожалуйста, не обижайтесь, я попробую убить вас одновременно. Нет, Крейг, ты видел смерть своего брата, поэтому... Извините меня, ребята, извините. Сейчас, как я понимаю, нужно попасть вот туда. Да. Да твою... Вот так. Вот, надеюсь, попал. И сейчас еще раз. Нет, не туда. Нет, не туда. Да твою мать! Вот так. Так. Все же лампочки горят. Все же лампочки горят. Что ты хочешь? А чё он хочет? Все же лампочки горят. А, так, ладно, баг какой-то был, но ничего страшного, ничего страшного. Твою мать, ничего страшного, поэтому, ребята, потому что мы прошли эту карту. Да, 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 еще раз, да. Да, ребята, большое спасибо вам за просмотр, и как я уже вам говорил на начале серии, если мы сможем за сегодняшний день набрать 2000 лайков, я даю вам свое обещание, то что завтра, ровно в 4 часа вечера, дня, называйте как угодно, выйдет новое прохождение карты на канале. Поэтому, если вы хотите точно знать то, что завтра будет новая серия, ставьте лайк, ребята. Я буду рад каждому вашему лайку, давайте, ребята, не поленимся, потому что если мы дружно всей компанией соберемся, и каждый из нас поставит лайк, то мы наберем 2000 лайков очень.
очень быстро, и я вам гарантирую то, что завтра выйдет новая серия. Да, ребята, также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, ребята. И можете рассказывать об этом видео своим друзьям, делать репосты ВКонтакте, делиться этим видео, поделиться, ребята. Я также буду рад, если вы позовете сюда своих друзей, это также для меня важно, чтобы мы становились еще большей компанией, семьей. Это действительно, ребята, будет круто. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходят каждый день. Вообще, приходите каждый день. Я всегда буду вас, ребята, ждать. И еще раз хочу вам сказать большое спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.